Всем большой привет! Сегодня будем готовить простое, но очень эффектное блюдо из самых доступных продуктов. Имея под рукой помидоры и яйца, можно с легкостью приготовить вкусный и оригинальный завтрак. Полный список и точное количество всех используемых ингредиентов будет указано в конце видео. Приятного просмотра! Берем спелые, но крепкие помидоры большого размера. Срезаем небольшую часть со стороны плодоножки, а затем тщательно удаляем всю мякоть. Такую процедуру повторяем со всеми помидорами. Теперь внутрь каждого помидора кладем немного измельченного зеленого лука и треть нормы моцареллы. Сверху выливаем по одному маленькому куриному яйцу. Посыпаем все солью и перцем на свой вкус. Дальше берем форму для запекания, смазываем ее любым растительным маслом и выкладываем туда срезанные в начале части помидоров на расстоянии друг от друга. Сверху устанавливаем помидоры с яйцами. Посыпаем их зеленым луком. Выдавливаем немного майонеза и раскладываем сверху оставшийся сыр. Отправляем наши помидоры в нагретую духовку и запекаем 25 минут при температуре 200 градусов. Вот и все. Вкусный и красивый завтрак из помидоров и яиц готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.